Всем привет, друзья! А при начале просмотра видео попрошу вас подписаться на канал наших друзей. Ссылочка на канал будет в описании, но мы начинаем. Избранница рэпера Тимати поделилась подробностями инцидента. Звездные родители не уследили за своим маленьким сыном. Модель рассказала о первых травмах наследника в своем инстаграм-аккаунте. Мальчик растет активным ребенком. Анастасия Решетова регулярно делится в сторис проказами синишки. Ратмир уже активно ползает и изучает окружающую обстановку. Избранница рэпера Тимати поведала поклонникам о первых боевых ранениях мальчика. Она признала, что малыш расцарапал себе все лицо, а еще он упал вниз головой. «Это неизбежно», – констатирует факт Анастасия Решетова. Примечательно, что уже в следующих видео сын рэпера Тимати и модели выглядит очень довольным. Судя по всему, травмировался он не сильно. Напомним, недавно пользователи сети раскритиковали Анастасию Решетову за то, что она решила сократить дневной сон сына, потому что малыш ночью стал плохо спать и не дает отдыхать родителям. Подписчики модели считают, что не нужно мешать ребенку спать, когда он этого хочет. Друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал наших друзей. Ссылка, как всегда, в описании. На этом мы с вами прощаемся. До скорой встречи.